представлены костюмы не только центрального региона, но и Сибири, и Зауралья. Если вы интересуетесь, например, культурой народной, можно понять, в чем же ходили предки буквально с любого региона нашей большой России. Если сегодня сведения о себе мы черпаем из документов, то раньше костюм это был именно источником сведений о женщине. Можно было узнать, сколько у нее детей, где находится ее муж, не находится ли он на срочной службе, не вдруг ли он не почил. Собственно, даже приблизительный возраст женщины можно было узнать по тому костюму, который она носит. Кроме того, представлены образцы вышивки. Представлены головные уборы, которые относятся к этому. Представлены пояса, так как традиционный русский костюм, женский костюм невозможно представить без пояса, который точно так же ткался самостоятельно, вручную, и нес огромную информацию о своей владелице, и, безусловно, привязывал ее, собственно, и к местности, и к дому. И все это сегодня можно увидеть в нашем выставочном зале имени Юрия Васильевича Карапаева. Мы приглашаем всех клинчан, мы приглашаем гостей города. Выставка действительно уникальная.